стали известны гонорары участников главного боя турнира UFC 254. По информации издания Sportex, Хабиб Нурмагомедов заработал за поединок $3 090 000. Гарантированный гонорар российского спортсмена составил 3 миллиона. Также он получил бонус за лучшее выступление вечера и рекламный бонус – 50 + 40 000. Джастин Гетчи пополнил свой счет на $630 000 – 600 + $30 000. Стоит учитывать, что в эту сумму не вошел процент с продаж платных трансляций ППВ, который составляет весомую часть заработка спортсменов. Напомним, что Нурмагомедов победил Гетчи удушающим приемом во втором раунде. Для россиянина это 29-я победа в ММА. После схватки Хабиб объявил о завершении карьеры. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ничего важного.